Всем привет! Сегодня полезные советы и приспособления. Для этой идеи понадобится обычный обрезок уголка. У меня он 50 на 50 мм. Зажимаем в тиски и делаем разметку. Первый кусок размечаем в 5 см. Затем еще кусок в 5 см, из него мы сделаем пластину. Далее берем в руки болгарку и отрезаем все заготовки. Теперь нужен кусок 60 на 60 мм в квадрат. Я использую остаток профильной трубы 80 на 80. Толщина стенки тут 3 мм. Этого хватит. И отрезаем третью заготовку. Собираем всю конструкцию в едино, зажимаем в тиски, проводим линию по центру и размечаем два отверстия, расстояние от края в 1.5 сантиметра. Далее засверливаем отверстие, сначала сверлом поменьше, а потом верхнее отверстие в 8 мм, а нижнее в 12. Еще одно отверстие я сделал чуть ниже, также на 12 мм. С помощью болгарки выбираем ненужную часть металла сразу в двух пластинах, которые у нас 50 на 50 мм. Далее на заготовке 6 на 6 рисую импровизированный крючок с захватом. Все, что закрашено, нам надо вырезать при помощи УШМ и поработать чутка напильником. Кидаем на сварочный стол. Между пластинами зажал отрезной диск, тем самым сделав зазор, и привариваю боковую пластину 50 на 50 мм. Также заварил шпильку 8 мм. Она будет использоваться в качестве пальца. Сверху крючка приварил небольшой отрезок пластины. Это будет как упор, а также как противовес, чтобы защелка опускалась сама вниз автоматически. Для теста и чтобы показать вам, как это работает, по-быстрому весь этот механизм поставил на калитку. Сбоку, в виде пальца, закрепил шпильку на 12 мм, которая будет играть роль задвижки. Это все пример, но в дальнейшем можно заменить на прут или круг 12 мм и вварить его прямо в профиль калитки. Такую автоматику можно поставить на металлический шкаф или на металлическую дверь от гаража или мастерской, или на проходную калитку. Сама задвижка работает отлично. Можно также накинуть замок, и посторонние люди уже не пройдут. Ну а чтобы себя или свой дом полностью обезопасить, то рекомендую обратить внимание на умную охрану дома «Цезарь Сателлит». Выбирайте готовое решение и соберите свой уникальный комплект, который включает в себя все необходимые функции для защиты дома, основных путей проникновения, возможность передачи сигналов в СОС, оповещение о пожаре, утечке газа или протечке воды, а также умное видеонаблюдение. Видеокамеры – это ваши глаза и уши, когда вы не можете быть рядом. Любая тревога от любого элемента системы моментально отобразится на вашем смартфоне с видеоподтверждением. Также «Цезарь Сателлит» – это профессиональная служба экстренного реагирования. Проникновение на участок или попытка взлома, агрессивные люди за дверью или конфликт на дороге. Где бы вы ни были, что бы ни произошло, экипаж ГБР приедут к вам на помощь в считанные минуты. Ну а более подробную информацию вы можете найти по ссылке в описании. А мы тем временем едем дальше. Если на стройплощадке или выездных работах в обеденный перерыв хочется сесть за стол или требуется сделать записи, а стола нет, то берем кусок фанеры или ОСБ и тройку обычных струбцин, желательно одной длины. Цепляем по углам, и у вас готовое рабочее место. Можно смело попить чайку, пообедать, сделать важные записи. В общем, лайфхак рабочий. Если у вас есть пара неодимовых магнитов, то они могут отлично выручить в работе. На вашей кофте имеется нагрудный карман, то закиньте парочку магнитов. У меня карманов нет, поэтому беру строительный скотч, кидаю пару магнитов и креплю на кофту в удобное место. Таким образом можно работать на высоте и не бояться, что упадет инструмент вниз, будь это отвертки или те же самые тяжелые пассатижи. Можно смело сделать какие-либо работы на крыше, закрепить крепеж. Короче, тут функционал большой. Крепите все металлическое и будьте спокойны, никуда ничего не упадет. Работая с оловом при паяльных работах, часто приходится его выпрямлять.
Чтобы упростить себе работу и подачу олова, а также сделать интересный бокс, то нам пригодится обычный шприц. Наматываем олово спиралькой на биту или хвостовик сверла, короче, меньшего диаметра отверстия шприца. Выпрямляем носик и вставляем шприц. Таким образом, его удобно и хранить, его удобно вытягивать, и при этом сразу оно практически идеально ровное. Если вам в пенопласте или пенополистироле нужно сделать углубление для прокладки трубы или гофры, короче, коммуникаций, то ножом вырезать паз – это адский геморрой. Берем медный провод и скручиваем в кольцо того диаметра, которое нам необходимо проплавить. Если у вас есть мощный паяльник, то решить эту задачу легче легкого. Из паяльника выкручиваем жало и вставляем туда медное кольцо. Из проволоки потолще, чтобы она не сгибалась. Далее включаем в розетку, ждем хорошего нагрева и поехали делать тоннели под диаметр трубы или гофры. Напишите, какие идеи вам понравились, а какие нет и почему. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также залетайте ко мне в телеграм-канал, там много чего интересного. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!